Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в этот воскресный день любовью нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня хотела бы еще раз пообщаться с вами, поговорить на важные, актуальные темы. Темы, которые волнуют не только наш разум, но волнуют нашу душу. Как вы знаете, мы живем сейчас не очень легкое, комфортное время. Наша страна и многие страны находятся в режиме карантина. И вы знаете, очень многие люди сейчас, они находятся дома, и большинство времени занято тем, что люди сидят в социальных сетях, люди пытаются найти какое-то утешение, пытаются найти какие-то добрые вести. Мы сегодня будем говорить о самой доброй, самой лучшей вести. Это вести Божьей, вести доброй, вести, которая говорит нам о спасении, о благости, о любви Бога ко всему человечеству. Но, вы знаете, мое внимание затронул один пост, который я прочитала. Это пост на английском языке. Я просто его хочу немножечко прочитать вам и буду переводить сразу. Он как бы дает такое ободрение и взгляд в будущее о том, что же случится, когда все пройдет. Все пройдет, вся эта ситуация с коронавирусом, которую мы переживаем сейчас. И вот что здесь написано. Я знаю, что это случится. Когда все закончится, случатся многие хорошие вещи. Акции на маркете вернут нам деньги, которые мы потеряли, и даже больше. Наши дети вернутся в школы и обнимут своих друзей. Мы вернемся на работу, в свои офисы, предприятия, и будем просто плакать с теми людьми, которых мы, может быть, раньше даже не замечали. Следующее здесь говорится, что когда мы пойдем в наш любимый ресторан, мы даже не будем расстроены, не будем ворчать, когда нам долго не будут нести наше блюдо. Мы будем просто наслаждаться свободой. Когда наши дети бегут в парке, или, может быть, мы поедем на карнавал, мы купим им много-много билетов, чтобы они покатались на всех качелях и каруселях и чувствовали себя свободно и счастливо. Мы сможем ходить на различные концерты, может быть, даже танцы, и мы вспомним свою молодость. Мы будем наслаждаться этой свободой. Мы пойдем в кино, и мы возьмем много попкорна, польем обильно его маслом. Когда все это закончится, мы обязательно возьмем билет и посетим наших родных, билет на самолет и посетим наших родных и близких. И кто бы нам ни встречался после того, как это закончится, продавец в магазине, стюардесса в самолете или официант в ресторане, они все будут наполнены радостью и улыбкой. И они будут улыбаться нам искренне от всего сердца, потому что они будут рады нам, а мы будем рады им. И, конечно же, когда все это закончится, мы обязательно почтим и отдадим честь и благодарность всем, кто стояли как солдаты на передовой. Врачи, медсестры, работники здравоохранения, работники обеспечения, все те, кто помогали нам в эти минуты, в эти часы эпидемии сражаться с невидимым врагом. Но до этого момента, пока это случится, мы наберемся терпения, мы будем сильными, мы будем в безопасности. Прекрасный текст, не правда ли? И этот текст, он действительно дает надежду, он заставляет нас взглянуть в будущее, взглянуть оптимистично и понимать, что когда-то действительно все плохое, все некомфортное, то, что сейчас нас окружает, боль, страх, все это пройдет, все это закончится.
Вы знаете, я читала этот текст, но я понимала, что в нем что-то не хватает. А не хватает в нем следующего. В нем нет ни строчки о том, что когда все это закончится, я встану на колени, и я поблагодарю Бога за то, что Он сохранил жизнь мне и моей семье. Ни слова о Боге, ни слова о благодарности Ему. А ведь все в Его руках. Почему так мало благодарности сейчас мы слышим? Конечно же, тяжело благодарить, когда происходят плохие моменты в нашей жизни. Но, как правило, в такие моменты человек задумывается о своей жизни. А много ли покаяния мы наблюдаем сейчас? Много ли раскаяния мы наблюдаем? Может быть, человечество что-то не поняло? Может быть, оно до сих пор думает, что это просто случайность, просто чья-то ошибка? Да нет, вы знаете, случайности у Бога не бывает. И Библия, эта прекрасная книга, она полна духовных законов. Законов духовного мира, которые, к сожалению, человек не хочет понимать. Но духовный мир, он реальнее мира физического. И когда мы понимаем библейские законы, духовные законы, законы, которые дал нам Творец, мы можем понять те ситуации, в которых мы живем. Мы, может быть, даже можем исправить какие-то ошибки. И как это ни странно, от нашего понимания может зависеть даже, насколько быстро закончится это время, в которое мы сейчас попали. Это время, которое, может быть, нарушило наши планы. Действительно, масштабы эпидемии и масштабы этой проблемы, они не дают нам никакого сомнения, что это серьезная вещь. И, скорее всего, что это определенный месседж, определенное послание всем людям, которые пытаются нам донести Бог. Вы знаете, в Писании мы можем увидеть очень много моментов, когда люди, понимая Божьи законы, они могли своим поведением, своим раскаянием изменить ситуацию. В частности, сейчас очень часто цитируется стих, который записан в 2 Паралипоменона, и особенно, наверное, этот стих актуально звучит сейчас. Итак, мы откроем. Это Ветхий Завет. Мы знаем, что Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Этот стих относится к народу Израиля, но очень многие испытания, очень многие уроки, которые прошел израильский народ, они актуальны сегодня. И те уроки, которые они вынесли, они запросто могут быть применены к ситуациям, которые проходим мы, люди 21 века. Итак, 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём». Итак, Господь внимательно слушает. Господь внимательно наблюдает. О чем мы просим Его? Конечно же, наша молитва, и это молитва, наверное, которой может молиться мой сын. Младший сын, когда он проговорит, просто говорит Богу: «Боже, уничтожь коронавирус, уничтожь коронавирус, чтобы никто не болел и никто не страдал». Я думаю, это детская молитва, и, конечно же, этой молитвой молимся мы. Но обратим внимание, что здесь, вот в этих стихах, таится закон, который Бог нам и раскрывает. И здесь сказано, что если смирится народ мой, который будет молиться, который будет искать моего лица, я приду и исцелю
землю. Я приду и исцелю, услышу, прощу, приду, исцелю. Посмотрите, сколько обетований. Вы знаете, люди могут спросить, а в чем нам каяться? Как правило, человек тестирует себя по трем основным группам грехов. Я никого не убил, я никого не обокрал, я не блужу, верен своей жене или верен своему мужу. В чем же нужно каяться? Вы знаете, люди хотят получить результат, люди хотят избавления увидеть прямо сейчас. Но люди не понимают, что на самом деле они могут давно уже отойти от Бога, отойти от Божьих законов. И сегодня вербное воскресенье, или, как говорят в Америке, пальмовое воскресенье, это въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим, это тот праздничный день, когда люди встречали Господа Спасителя, кричали Ему «Осанна! Осанна, сыну Давидову!» Они ложили пальмовые ветви, снимали свои одежды и просто ложили их под ноги Иисуса, под ноги ослика, на котором Он ехал. И это было очень знаменательное событие, потому что люди увидели в нем Избавителя. Избавителя от существующей политической системы, которая была тогда, от рабства римского государства. И, конечно же, люди хотели свободы, хотели лучшей жизни. Мы сейчас находимся также, вроде бы, как в демократическом государстве, но в некоторой несвободе. Ограничены наши возможности, ограничены наши передвижения. И мы хотим избавиться от этого. Но вы знаете, эти люди, которые кричали «Осанна», которые чествовали его как будущего царя Израиля, они так и не поняли, к сожалению, почему пришел Иисус Христос. И буквально через неделю те, которые кричали «Осанна», они уже кричали «Распни его». Люди так и не поняли, что Иисус Христос не пришел менять систему, не пришел менять политику, не пришел менять правительство, но Он пришел принести Царство Божие, Он пришел изменить сердца людей. Для нас это большой урок, для нас это актуальный урок, особенно сейчас, в той ситуации, в которой мы находимся, особенно сейчас, когда мы накануне праздника Пасхи. Я думаю, что это самое лучшее время заглянуть внутрь себя. Так в чем же нужно каяться? Спросит любой человек, в чем я должен покаяться? Вы знаете, покаяние может быть от целой нации, покаяние может быть от страны, покаяние может быть персонально от человека. И если относиться... Сегодня у меня такой вопрос. А что если бы мы действительно относились к греху и к покаянию очень серьезно? Что если бы мы стали относиться к греху с таким же опасением, как мы относимся к коронавирусу? Как мы боимся, чтобы он просто где-то к нам прицепился, приклеился, да? То есть мы понимаем, что это серьезная проблема. Мы понимаем, что затронуты тысячи людей. Тысячи людей, они диагностированы с этим заболеванием. И, конечно же, мы не хотим им заразиться. Но вы знаете, вопрос сегодня... Я хотела бы так и задать себе и нам с вами, что если бы мы стали относиться с таким же опасением к греху, как мы относимся к коронавирусу? Что если бы мы так же серьезно следили за своей чистотой, как мы сейчас следим за чистотой своего тела? Иакова, 4 глава, 17 стих. Это Ветхий Завет. Я прочитаю это
4 глава, 17 стих. Здесь сказано следующее. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» Мы стали говорить о том, в чем нужно покаяние. Это нарушение Божьих законов, Божьих морали, Божьей морали. Но очень часто следует покаяться в том, что человек знает, что нужно делать добро и не делает. Очень часто грех – это не только нарушение Божьих законов, но это игнорирование. И тогда, когда человек, может быть, где-то знает, что нужно делать добро, и не делая это, он таким образом грешит. Грех на самом деле переводится как попасть мимо цели. Мимо какой цели мы попадаем или не попадаем в цель, когда человек грешит? Эта цель – это Божьи законы, и мы знаем их. Это 10 заповедей, многие могут их повторить. Это также все те обетования, благословения или проклятия, которые записаны в такой известной книге, как «Второзаконие». Там буквально написано в условных предложениях: если ты будешь делать это, то Господь благословит тебя. Если же ты не будешь делать, ты попадаешь под проклятие. И мы понимаем, что это все законы, и в